Я поставил на свободное место. Зачем мне ставить туда, в какое-то другое место? Я вот этого не понимаю. Что ты от меня хочешь? Люди делают себе парковку, блядь, ну, чтобы приехать и поставить машину. Ну, так покажи... Делают для себя. Так предъяви документ, что это твое личное место. Документ предъяви, я машину беру, вопросов ноль. А если ты камней насыпал или дерево одно вырубил, это ты не стал землевладельцем от этого. Ты дурачок на самом нет, деле? Нет, я умный, я нормальный человек, адекватный. Почему я дурачок-то? Все ты убрал... Люди должны себе делать хорошо, блядь, чтобы какой-то мудак приехал и поставил, блядь. Какой мудак? Никакой мудак не ставил, я поставил. Почему себе-то? Ты во дворе облагораживаешь для двора, для людей, для других, для всех. Ты создаешь новый просто слот. Вот тебе стоит место. Ты ну, так, дурак, и, так и поставь. Блядь, он глуп, он снимает, да? Ну, конечно, снимаю. Что ты... Да не знаю, мне что-то предъявляют, что место какое-то личное. Документы, говорит, ему на парковку. Ну, вот да. Документы на парковку. Ну да, я приехал в гости, поставил машину, меня тут выгоняют. С какого-то. Ты вот уж дебил, блядь. Вот я вот смотрю на тебя, блядь, вот ты дурак, блядь. А почему ты меня оскорбляешь? Да потому что, блядь, тебе надо дать, блядь, ножовку, чтобы ты, блядь, пилил. Да давай, я тебе отпилю сейчас любое дерево. Давай ножовку. Мне вообще пофиг, я камней насыплю. Вон тебе камни, носи, блядь. Ну, когда я буду здесь жить, уберу. Ты ебнутый. Почему меня оскорбляешь? Вот место, вот место. Ну, ставь, вот тут ставь, там ставь. В чем проблема-то? Че ты ко мне-то пристал? Чтоб ты машину убрал, дятел, блядь. Да, дядя, это, кажется, бесполезный разговор. Ладно, давай, я пошел. Сюда иди. Вот пошел, блядь, сюда иди, блядь. Я на дятлов не отвлекаюсь. Он меня еще обозвал. Обозвал? Конечно, мудаком, дебилом. Да, ты? Естественно. Я что должен? Я не буду ничего убирать. Вон стоит. Агрессия поет? Да, с утра агрессия. А что это? Он, блядь, вообще нормальный? Нормальный, он нормальный. Не, он нормальный, Жень, блядь. А что за суета? Что за суета? Нихуя, блядь. А нахуя вот он поставил? Вот, блядь, поставь к себе его. Там не было места сейчас, за штучку просто, без старого кучку. Поэтому я и сам чакую так поставил. Вот был место, я приехал, поставил. Ну, блядь, я не знаю там. Там вот тут был тоже место писал, Ванька. Он приехал только сюда. Ну и поставил на Ваньку, поговорил, с Ванькой позвонил. Ну, что случилось? Да убери что ты нахуй этот телевизор, блядь, свой. За что ты мне угрожаешь-то? Блять, он ёбнутый у тебя. Нет, да а чё, сейчас он сейчас попозже уедет и все. Чё, вот так. Он все равно машину переночевал, ничего страшного. Блять, вот место, вон место. Ну, не Жень, было, ну не нахуя, не, блядь? Не, ну было место, мы же специально поставили. Или я сказал, давай ставь туда, потому что здесь никого нет. Просто не было, здесь все будет сзади. Я сейчас машину поставлю, а чё хуй уедет сюда, блядь, куда? И в принципе... Вон, дядя Армен, блядь, поставлю, блядь, он все равно дома. Он сейчас машину впритык поставит, блядь, и хуй он куда уедет вообще, блядь. Ну это что, ну принципиально, он сейчас... Да, Жень, принципиально. Чё? Ну хуя так делать? Ну не было места, он просто поставил. Вон место, блядь, вон у семерки, блядь. Ну там, я не знаю, я просто знаю, где места, вот типа, вот он поставил. А там я не знаю, просто вообще. Тем более я думал, ну, свой знакомый свой, блядь, поэтому я думаю, не будет суеты. А тут наоборот, блядь, свой знакомый свой там. Да нихуя, он как разговаривает, блядь. Как разговариваю? Да, я нормально разговаривал. Что случилось-то? Ты, блядь, рот вообще закрой, блядь. В смысле? А ты мне рот не затыкай. Какие нахуй документы на место, Жень? Не, ну я говорю, он поставил. Че он умничает, блядь? Он не умничает. Телевизор снимает, блядь. Нет, документы какие-то требуют, блядь. Нет. Разметки тут, хуетка, я блядь. Еще и в интернет выложу. Ты, блядь, нет, начитался, блядь? Нет, нет, у него с блокой была такая все ерунда. Тоже с этой фигней. Так я еще в интернет сегодня выложу. В интернет выложу? Да. Жень, тебе пиздец. Да? Да. Все. Серьезно, блядь. Выложит он в интернет, блядь. Конечно.
У меня прямая трансляция идет. Человек пожалей, дебил, блядь. В смысле? А что, он за меня отвечает? Я за себя отвечаю. Бля, он ёбнутый. Нет. А он... что ты повторяешь? Я у тебя даже ни разу не оскорбил. Да не, да, не надо. Роман. Зачем ты оскорбляешь? Нет. Пиздец. С интернетом, блядь, что он делает? Да нет, это он ёбнутый, просто. Блядь. Да не ёбнутый, он просто так говорит. Не обращай внимания. На своей волне. Я на нормальной волне, на человеческой. Ну какой ты нахуй. Я во дворе три места волна, сделал. Когда ты берешь перчатки. Ну, я во дворе три места себе сделал, какие проблемы? Да мне похуй, что ты во дворе у себя делал, ну, блядь. Я у себя во дворе делал, а мне тут тогда похуй, раз тебе похуй на мой двор. А мне на твой тогда, раз так и общаешься. Убери нахуй тогда ее отсюда, понял? С чего? Ты, блядь, фраер, блядь. С чего? Ну, какой причине? Потому что тебе похуй на это место, блядь. Тебе похуй на человеческий труд, блядь. Нет. Тебе похуй, блядь, что люди что-то делают, нет, блядь. Нет, хорошо. Ты только сейчас сказал, что тебе похуй, ты что пиздишь? Потому что ты сказал похуй на то, что я убрал в дворе три своих места. Это твой двор, я к тебе во двор не приезжаю. А я там права дебил, не качаю. Блядь. Ты голову включи, ты меня не оскорбляешь. Ты ко мне приехал в двор, не я к тебе, блядь. Это твой личный двор? Ты дурак? Нет, я нормальный. Это мой двор, блядь, я тут живу, блядь, я тут делаю себе, ну, блядь. Хорошо. Я ставлю машину. А я думал, ты для всех делаешь, оказался лично для себя. И все прессуешь других. Кто да приезжает, всех прессуешь. Вот в натуре ты ёбнутый, блядь. Да успокойся ты, хватит. Люди делают себе, блядь. Как ты себе? Я вот делал для других. Я даже снег чищу для всех во дворе. Я не единоличник. Ты труд человеческий, понимаешь вообще, блядь? Да, я три места сделал во дворе своем. Конечно, понимаю. Ну ты, блядь, у себя во дворе ставь, ну, не здесь, блядь. А документ тогда предъяви на место, что это твое личное. И я уберу вопрос в ноль. Дятел, блядь. Да ладно, успокойся. Вот ты натуре дятел, блядь. Жень. Убери его нахуй, блядь, эту машину оттуда. Да он сейчас уедет уже. А, вот сейчас мы чай попьем, он уезжает. Ну вот сюда поставь, блядь. Ну давай я, хочешь, уберу свою, ты сюда поставь. Мое, на 5 минут. Сейчас он уедет, ты поставишь потом. Просто, ну это сейчас просто, блядь. Ну я придумал проблему людям из-за чего с утра. Сейчас он уедет и все. Он, я просто говорю, ты не знал, получается. Ты начал на него грустить, он начал на тебя грустить. Просто и все. Я не планирую, я не думаю, я не специально вообще, чтобы сейчас поругались. Машину поставил. Мне было без разницы, куда ставить. Мне Женя куда сказал, я поставил. Мне какая разница. Он поставил, он получается, я думаю, сейчас, если ты приезжал позже, а потом ты поставишь сюда. Ну, ничего не будет. Потом, ну, у вас тут и в натуре разборки за мест сраных, это вообще ужас. Ну, ты же, блядь, первый раз туда, ты же не в курсе, и, блядь. Да, я тебе говорю, здесь куча еще было занято, и он поставил. Я думаю, ты не приедешь, либо, говоришь, если приедешь, если ничего тут не будет, поставишь, если рядом, чтобы они приедут, и все. Я не стал тебя перегонять. У меня здесь машина, хуй пойми, вообще просто, так что я там же все занято было. А потом кое-как его все закупил, когда он уехал. А по-человечески нельзя было позвонить, сказать? Ну я-то думал. У тебя номер нет, да? Ну я думал, ты поставил, я не думал, что суеты это будет. И все. Поэтому да, смех, одно дерево вырубить, качать права за место. Это ты рот закрой, с тобой что не разговаривать, фраер, блядь. Иди нахуй отсюда, блядь. Ты что кричишь-то? Давление поднимется. И все. Вот такая. Да. Если у меня давление поднимется, дурак, ты сдохнешь, блядь, тогда. Ты что меня оскорбляешь? Удали нахуй у него вот эту хуйню всю. Да он не будет упасть, нормально. Нет, не переживай. А что ты же запереживал? Это твое истинное лицо. Что ты переживаешь-то? Что ты такого сказал? Блядь, тебе ногу сломачили, а? Все угрожает, а? Тогда точно уедет так быстро. Дурак, блядь. Давай, Жень, пойдем уже, я замерз, холодно. Сейчас, это, ну, уедет. Иди грейся, блядь. Разговор. Дятел, блядь. Все, пошли. Ну я буду умнее оскорблять, я не буду. Да идем, ты заебал. Сейчас, я тебе ногу сейчас отрублю, блядь. Ну, это угроза уже. Давай. Блядь.